Мен да сурап кетейин дедим эле, өзү банковская система азыр мына болуп жаткан кырдаал мененчи кандай план мероприятие көрө жаткан турасыңар? Ошону бүт кыргызстандыктар угуп атат да, айтып коюңуздарчы. Саламатсыздарбы? Биздин турага азыр катурак айтсаңыз, катурак. Биздин турага азыр премьер-министр штабка чакырылды. Менин атым Айнура Тезекбаева, Тураганын орун басары болом. Относительно вашего вопроса, мы еще с начала марта проводим активную работу с коммерческими банками по поводу того, чтобы банки, когда выдают в принципе кредиты, они знают, у кого из заемщиков связан бизнес вот с введенными ограничениями по коронавирусу и закрытием границ. И чтобы они уже сейчас, не доходя до ухудшения финансового состояния, принимали предупредительные меры. Это, например, как перенос сроков по погашениям кредитов, какие-то пролонгации, еще какие-то льготы и преференции. В этом направлении с банками очень активно работаем. По оперативной информации по состоянию на вчера в банки обратилось 11 заемщиков. Союз банков тоже активно подключен к этой работе. Сегодня они срочно проводят наблюдательный совет. На завтра в Министерстве экономики запланирована встреча с бизнес-ассоциациями по вот вопросу, в том числе по предложениям, которые звучали вчера на фискальном комитете. Нет, вы знаете, с этим эпидемией сейчас, естественно, будет экономический кризис. Предприятия все закрываются, границы закрываются. О каком может быть вопрос бизнеса, коммерции? Естественно, все будут в тупике сейчас, да? Вы во главе Национальным банком, всем коммерческим банкам должны установку уже дать. Вопросы по выплате процентов, по погашению долгов. Вот я об этом спрашиваю. Конкретно скажите по существу. Национальным банкам даны рекомендации. Четкие запреты Национальный банк не может устанавливать, поскольку не вправе по законодательству вмешиваться в операционную деятельность. Но тем не менее, с банками в этом направлении работаем. Хотелось бы еще отметить, что ресурсная база для кредитования, она же формируется из депозитов, то есть это средства вкладчиков. Поэтому в этом направлении мы хотим сказать, что нужно очень взвешенно подходить. Нельзя просто так сейчас все остановить и простить как бы. Алмаз Акунжанович, сизге өкмөттүн өкүлү катары айтып кеткен дегенде, январь айында 2,5 миллиард сом Кыргызстан мамлекеттик карызга төлөдү. Ошонун 781 миллион сому тышкы карыздарга кетти. 1,5 миллиард сом ушу коммерческий банктарга, ГКВ, ГКО, ноталарга төлөндү, билесиз да? Ошол эле убакта азыр таможнялар баары жабылып туруп, то есть приход, доходы сейчас жок бизде. Биз карыздарды төлөп жатабыз. Эртең пенсионерлерге, защита боюнча, бюджеттиктерге эмнеден акча бересиңер силер? Ошондо ойлонуп атасыңарбы? Ким буга жооп берет? Бул деген жана мен айтып аткан паниканын башы да булчу. Бул деген четко уже ясно билишибиз керек бизчи. Штаб организовать эткенде эле уже банковский сектордон башташ керек эле. Ким жооп берет мага? Алмаз Акунжанович, жооп бериңиз. Экономикалык кризиске каршы биз мына атайын штаб түзүлгөн, өзүңүз билесиз, аны вице-премьер жетектейт. Күнүнө эки жолдон болуп атат. Анан сиз айткан баягы социалдык выплаталардын баардыгы эч кандай карамагы болбойт, ан үчүн акча бар, баары төлөнөт. Ал эми башка баягы налог менен байланышкан банковский деятельность менен башкага да алар өзүнчө чара көрүлүп, эртең мына маселе болгондо баарын биз келип сизге баарын айтып беребиз.